Андрей Иванов поручил своим заместителям организовать проверку прочности всех веранд, расположенных на территориях детских дошкольных учреждений. Недавно произошло обрушение веранды в Одинцовском детском саду номер 59 на улице Северной из-за несвоевременной уборки снега и наледи с крыши. Случай вызвал большой резонанс в соцсетях. К счастью, при обрушении никто не пострадал. Чтобы такие ситуации больше не повторялись, сотрудники хозяйственно-эксплуатационной службы проведут усиление конструкций в тех детсадах, где это будет необходимо.